Что такого в Джиджи Хадид, чего нет в любой другой красивой девушке? Ответ – воспитание. У Джиджи позитивная и добрая мама Иоланда Хадид. Иоланда – бывшая супермодель, но никогда не была заносчивой. Ее дочь сейчас самая востребованная на подиуме. И тоже не задирает нос. Работает, как все, не требует привилегий, уважительно к коллегам, искренне, но не болтливая. Джиджи – модель поведения для подростков. Она вернула на подиум формы. Да, у нее есть щеки, и они ей идут. К этому долго привыкали в индустрии. Джиджи любит картофель, не пропадает в спортзале, а худеет в ритме жизни. Много работает, прогуливается пешком, так и приходит в форму. Появление Джиджи у дома ждут больше, чем на неделях моды. В жизни она еще лучше. Джиджи почти не красится, носит что-то несуразное и удобное. Но ей идет. Ее стиль копируют во всем мире. Но разве передается обаяние? Джиджи могла бы менять мужчин как наряды, но влюблена в одного музыканта Зейна. У них непростые отношения. С Зейном они периодически расстаются. Но Джиджи никогда не говорила о нем плохо и не изменяла с его друзьями, и не пускалась во все тяжкие. Чем не идеальная женщина? Джиджи украсила самый знаменитый фотокалендарь Пирелли, а значит, она официально признана женщиной с большой буквы. Сегодня Джиджи исполняется 24.